Студент из Самары задал вопрос Марии Захаровой. На Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, в котором участвует и делегация 63-го региона, состоялась встреча с официальным представителем МИД. Самарец Валерий Завгородний спросил, как молодое поколение может повлиять на снижение антироссийских настроений среди своих сверстников из других стран. Мария Захарова посоветовала активнее общаться и взаимодействовать с иностранцами, учиться выстраивать максимально продуктивный и полезный диалог, рассказывать о своей жизни, о проектах, которые молодежь России и Самарской области реализуют. Честно говоря, у меня времени отдыхать нету. Проходит очень большая культурная программа театра, выставки, спектакли. Но пока как-то не получается туда попасть. Большое количество VIP-гостей. Все-таки международное событие. И лично я использую вот этот шанс, чтобы с известными спикерами пообщаться. Потому что когда еще вот случится подобное? Напомню, Всемирный фестиваль молодежи и студентов впервые проходит в Сочи. Делегации приехали из 185 стран. Вместе с почетными гостями и техническим персоналом общая численность участников уже перевалила за отметку в 50 тысяч человек. Программа более чем насыщена. Образовательные сессии, доклады известных ученых и политиков, мастер-классы, культурные и спортивные мероприятия, выставки техники и инновации. О том, чем уже впечатлил фестиваль участников из Самарской области и чем удивили они сами, расскажем в следующих выпусках.